Всем огромнейший привет! Сегодня я предлагаю вам видео-мастер-класс по созданию большого желтого одуванчика из 2-миллиметрового фоамирана. Что нам потребуется? Нам потребуется желтый фоамиран толщиной 2 мм. У меня китайский. Из него мы вырезаем 6 полос длиной 1 метр, шириной 20-22 сантиметра. 4 полоски из вырезанных мы разрезаем на бахрому по 1 сантиметру. Одну полоску мы начинаем разрезать от 5 миллиметров и постепенно увеличивая до 1 сантиметра. И еще одну полосочку мы разрезаем мелкой-мелкой бахромой по парочке миллиметра. Итак, внизу у нас должно остаться пространство в 3 сантиметра. Это будет место склейки. Удобнее всего резать канцелярским ножом под металлическую линейку. Можете резать в 2 слоя, если вам так удобней. Вот что у нас должно получаться. Это та полосочка, в которой бахрома будет одинаковой ширины. Вот так выглядит бахрома. Теперь вооружаемся маленькими ножничками и закругляем верхушку. То есть нам надо обрезать уголки. Можете, конечно, не обрезать, если вам лень, но так, поверьте, будет лучше. Так, теперь берем 2 листа обычной белой бумаги формата А4 и утюг. Утюг ставим на двоечку. Берем нашу бахрому. Один лист вниз, другой лист сверху. И проглаживаем. Только смотрите, после того, как вы уберете утюг, не спешите убирать сам лист. Если вы сейчас его уберете, ваша бахрома закрутится в кудри. То есть придерживаем листы, пока фоамиран не остынет. Нам нужно, чтобы закрутились краешки, боковинки, но не закрутился верх. Сейчас я покажу вам, что это будет. Вот. Вот что у нас должно получиться. Если вы сразу уберете лист и руку, тогда у вас получится вот такие вот кудри, и это немного не тот одуванчик. И заодно этот несложный такой прием делает нашу бахрому жесткой. То есть она будет держать форму, когда мы все это свернем в одуван. И переходим к следующей партии. Так, где мы закончили? Вот. Ровно раскладываем, чтобы они друг на друга не наезжали. Раз, и поехали гладить. Придерживаем, даем остыть, и такую незамысловатую операцию мы проделываем со всеми полосочками. Так, смотрите, чуть больше жесткости нам потребуется в нижней части, вот здесь. Поэтому дополнительно пройдитесь еще через бумажку, утюгом, именно внизу. Но тоже не давайте закручиваться этой части. Так, все, откладываем. Смотрите, а это полоска с нашей меленькой бахромушечкой. Вот она такая мелкая. Ее мы складываем несколько раз. То есть нам не принципиально, что она там помнется или что-то с ней будет не то. В общей массе этого будет не видно. Нам надо ее слегка только истончить. То есть особо никаких страшных дел мы с ней делать не будем. Но обязательно ее крепко держите, потому что чем тоньше ваша бахрома, тем сильнее она норовит закрутиться. Пока она тепленькая, скручиваем особенно хорошо в верхней части, в одну сторону. И в другую. Только кудри не делайте из этого всего. 32. Это если у вас стебелек будет 20
миллиметров диаметр. И что мы делаем? Смотрите, варианта два. Если вы сейчас накрутите все полоски на одном уровне, да, серединку мы потом сделаем из мелких ниточек, у вас не получится красивая середина. Вам нужно будет потом вот это дело все подстричь, чтобы был плавный переход. Можно сделать по-другому. Начинать клеить с основания. И постепенно подниматься вверх. То есть у нас будут в верхней части, в самой внутренней лепесточке, пушинки наши. То есть выглядеть это будет вот так. И дальше уже будем мы накручивать на одном уровне. То есть сделали серединку и пошли на одном уровне. То есть вот такой вариант. Вы выбираете то, что вам больше нравится. Вы можете накрутить все на одном уровне, потом их обрезать, а можете сделать плавный переход, начиная крутить с более низкой позиции и вверх. Тогда внутренние ваши вот эти вот желтые торчалки будут короче и постепенно будут длиннее. В первый ряд мы будем подкручивать еще вот эти наши части. То есть, чтобы одувашечка наш был, ну, вот такой вот широкими и с тоненькими пушинками, лепесточками, боже, как оно называется. Так, теперь скручиваем серединку и вставляем в основание трубы, да, чтобы у нас дырочки не было. Скручивайте как можно плотнее. Вот так сейчас выглядит наш одуванчик, а нам из него нужно сделать вот такую конструкцию, то есть создать вот эту вот попку. Основанием будет пластиковая 2-литровая бутылка. Мы обрезаем верхнюю часть. Смотрите, нам нужно обрезать так, чтобы в нижней части в нее входила труба, а верхняя часть надевалась на наше, на низ самого цветочка. Так, подходит. Теперь надеваем основание на наш одуванчик. Все, вот что у нас должно получиться. Аккуратненько отставляем. Здесь мы все позже приклеим. Не переживайте, что оно кажется, что соскочит у вас. Не удержится. Все удержится, все зафиксируем. Так, теперь берем зеленый фоамиран. У меня он жутко неподходящего цвета, поэтому я буду его перекрашивать, тонировать. Нарезаем полосочки, 7 штук. И вырезаем вот такие конструкции. За часть. Это часть, которая будет у нас фиксировать наш одуванчик на основании. Это будет первый ряд. И таких штучек нам потребуется 7. Высотой они будут. Высота 12,5. Ширина в самом широком месте. Это у нас вот здесь. 7. И вот таким же образом вырезаем все остальные.
Теперь переходим к тонировке. Тонировать можно акриловыми красками, можно тонировать колером, который для краски. Только слишком много не лейте, потому что колер — это все же пигмент, он очень концентрированный. Разбавляем водой, получаем нужный цвет. Если у вас фоамиран уже нужного вам цвета, подходящего, тогда можете ничего не тонировать. У меня он просто очень яркий для одуванчика. Не очень цвет такой. Можно добавить акриловой краски. И разбавляем водой. Так, надеваем перчатку. И берем губку. Тонируем с одной стороны. Включаем теперь утюжок на двоечку, берем наши, наверное, чашелистики и прикладываем не покрашенной стороной, то есть вот так. И они у нас сами завернутся в нужном направлении. Вот так вот должно получиться. Ничего сжать, выгинать не нужно. Получается само. Первый ряд мы наклеили, теперь измеряем расстояние от вот этого края до края бутылки плюс 1 сантиметр. Итого у нас получается 16. Теперь нарезаем полосочки 16 сантиметров такой же толщины. Приклеиваем второй ряд. Клеить мы будем в шахматном порядке.
так, чтобы у нас наши лепесточки-листочки полностью закрывали вот эти вот срезы. Теперь вырезаем еще парочку листочков, штук 5, скорее всего. Мы их будем располагать наоборот. То есть это вот эти вот части будут, да, нижние, опадающие. И на этом одуванчике сделаем такие же. Они могут быть разной длины. Эти детали мы будем окрашивать с двух сторон, поскольку они будут видны и с лицевой, и с изнаночной. Так, теперь берем наш одуванчик и приклеиваем. Как приклеиваем? Раз. И затем, только после того, как все приклеим, мы будем прогревать феном и выворачивать наши листочки. Теперь прогреваем лепесточки и согинаем их так, как нам кажется красивым. Теперь лишнее сверху можно обрезать или же можно завернуть внутрь, но только смотрите аккуратно, чтобы у вас потом труба туда вошла. Головы у них будут полностью съемными, один побольше, другой поменьше. В следующей части мастер-класса мы будем собирать с вами бутончик одуванчика.